фотокамеру с ремонта забрал, фиг знает. Теперь у меня рабочая камера такая старенькая. Еле прошел, блин. Записываю на ходу, тут, по идее, стабилизаторов никаких нету. Но она вроде бы и так такая тяжелая, что фиг трясанешь, блин. €40 ремонт обошелся, блин. И десятку камеры стоило. Там, если по мелочам, еще топливо. Парковка. Еще, ладно, грубо говоря, пятера. Короче, вот так. Лечу со скоростью света. Только фиг знает, эту запись уже не перетянуть будет на комп, скорее всего, в ближайшее время. Это же раньше было целая эпопея. Надо подключать к компу, чтобы в компе был специальный вход, тут, чтобы все работало. Провод. Камере, чтобы гнездо было целое. АБМ-ка не отстает от меня вон там. Надо лететь на красный, блядь, уже пофиг. Не могу прямо. А впереди еще и троллейбус. Да, какой-то пятый, наверное, год камере. Мастер меня заснял, да, в маске. Сейчас я сам себя. Привет. Камерка готова. Вот. Еду. Записываю, тестить. На. Я, кстати, на чужую кассету, блин, ну пофиг, уже кассета, наверное, как бы им не нужна, считайте, продали. Я этот материал записываю поверху. Ну, как бы, кажется, очень много засветления, ну, ладно, пофиг, что там. Я-то вообще не для записи брал эту камеру. Чтобы там, если что, подключить к компу. Ну какая БМ-ка лифиговая сделана, покрасили так. Вот кто-то любит БМ-ки, кто-то видеокамеры.